Волгодонском хуторе «Пирожок» новый модульный детский сад в виде эксперимента включили в структуру школы. Этот модульный детский сад при хуторской школе был построен в короткие сроки, с учетом всех норм и требований к качеству и безопасности. В нем действует система пожарной безопасности, отопление, водоснабжение и водоотведение. Есть пищеблок с новейшей техникой, прачечная, спальня, актовый зал. Дети и их родители в восторге от новых апартаментов. Нравится и тем, кто здесь работает. Модульный садик принадлежит школе, у которой свои атмосфера и распорядок дня. И, конечно, в первый год обучения в школе выпускникам садика каких-то стрессовых моментов не избежать. Но в «Пирожке», где два образования для педагогов, воспитателя и учителя начальных классов, уже стали нормой. Их наверняка будет значительно меньше, чем там, где школы и дошкольные учреждения существуют параллельно.